Всем привет, зрители моего канала Сад Чекалина. Сегодня у нас раннее утро. Вот. Вчера хочу показать, что вечером делал. Вчера косил траву. Вот чуть-чуть прокосил тут рядок. Это я в яблонях косил. Вот видите, как яблоньки маленько очистил. Стоят. Пол рядка. Ну, вдоль забора прокосил. Вот. Вдоль забора прокосил. И вот здесь рядок. Так вот. Вот. Такой вот покосик получился. Кашу только вечером. Ничего не успеваю. Вот сколько есть, столько покосил. Вот, хотел показать деревья. Так, вот у нас. Завязи были на яблоньках. Ну, наверное, обдеру. Ну, сейчас посмотрю, что опадет. Остальное обдерем, чтобы яблоня росла. Слишком маленькая она. Как говорится, для... Слишком мала она для яблок. Пускай лучше растет. Что еще хотел показать? На ночь включал автополив. Капало у меня. Да, работает автополивчик. Вот, видите, капает. Капает еще. Сейчас пойду выключу. Полило наши деревья, потому что жара очень сильная. Я скажу, ребята, очень. Жара, ого-го-го-го. Так, это что у нас? Это у нас абрикос молодой. Второй год ему. В том году посадил весной. Вот второй год ему. Абрикосу. Тут их раз, два. Ну, это что-то у меня этот вот всадил осенью. Вон он, что-то вот тут плоховато. Ну, поднимется. Что тут у нас еще есть? Смородные кусты есть. Так. Это у нас гадки. Смородина уже зародилась. Вот. Ага. Бабушечки смородины появились. Тут тоже, видите. Вот уже смородинка. Ага. Надо, блин, опрыскивать все, короче. Буду обрабатывать, наверное, на днях. Потому что после, как говорится, отцвели. Нужно обработать еще раз. Вот гусята у меня тут гуляют. Ну, деревья они не трогают, я смотрел. Следил за ними. Яблони не трогают, там что травы много. Ни кусты не щипают, ни яблони. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Вот так у нас тут виноград. Видите, вот виноград пошел уже. Вот виноградинные кусты. Вот где трубы, короче, это у нас виноград. Вот несколько кустов. Вот. Вот так вот мы, короче, растем. Такой вот у нас план, бизнес-план. Ну все на этом, наверное, закончим видео. Кому понравилось, ставим класс. Кто не подписался на наш канал Сад Чекалина, подписываемся. Всем пока, удачи, ребята.